кажется, это всего лишь некий театральный розыгрыш, заранее спланированный мизансцена, потому что логично, что если появляются какие-то существенные предложения и идеи, то они изначально обсуждаются господином Путиным Алиевым самостоятельно. То есть или Лукашенко хочет повысить свою собственную значимость, или его попросили вбросить некий сюжет, который впоследствии будет вот так вот обсуждаться, добавляться какие-то тезисы. Но в целом это некая игра, которая с определенной вероятностью не несет за собой никакого реального смысла, по крайней мере в плане развития событий за Кавказье. Эта тема прозвучала в открытой, полностью отфильтрованной пресс-секретарями и службами повестки, значит, кому-то из двух она просто нужна, участника переговоров. Или Путину, или Лукашенко. Давайте откровенно, но когда в последний раз господин Лукашенко действительно заявлял что-то существенное, важное, что может определить судьбы регионов? Так что Центральная Азия, что Закавказье, что Ближнего Востока, что Украины. Я бы предложил армянскому сообществу сжать зубы и просто заниматься, чем оно сейчас и занимается, восстановлением отношений с Азербайджаном, Турцией, мирным вопросом, решением вопроса границы, и не отвлекаться на искусственные тезисы, которые выбрасываются, в том числе, чтобы, возможно, внести некую разрозненность дополнительно в армянское сообщество. Вообще, на кону, давайте говорить, как это не будет звучать пафосно, судьба и будущее Армении, и ровно поэтому нужно просто стиснуть зубы и делать свое дело. И думать о развитии в будущем и о том, как жить дальше в изменившемся регионе.